«Нана» — это молодой коллектив, солисткой которого является певица Анна Нова. Зрителям она знакома по творческому дуэту с Владом Топаловым. В творческой биографии Анны Новой, которая демонстрировала привязанность к поп-музыке, произошли изменения. И теперь она в составе коллектива «Нана» поет в стиле рок. На Евровидении группа исполнит песню «Traitor» — «Предатель». Как говорят музыканты, этой композицией они хотят показать, что нужно быть честным во всех сферах жизни, начиная от любви и заканчивая бизнес-партнерством.